Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить GTA San Andreas. Остановились мы с вами в доме Карла, да? Это его этот самый первый дом. И сегодня у нас будет еще какая-то миссия. У кого? Так, денежек нет пока что. Грув навсегда. Ты будешь любить свою наивную, как любишь всех своим братьям. Всегда так было и никогда ничего не изменится. Все это я уже видел. Ты как, Лежей? Как дела, а? Рад видеть, что вы все вернулись на все места. Не, сейчас не так, как было, но все. Нам еще придется снова объединить всех в район. Я как раз говорю этим пацанам, самым важным. Мы хотим, чтобы все знали грустно в игре. Попридержи, тебе не кажется, что нам нужно? Да! Ты знаешь, что у меня есть другие дела и обязательства. Выйди все надолго, мне нужно с ним поговорить. Если ты не соберешь все это дерьмо, то ну, что будет похоже на то место. У тебя всегда хорошее получилось оставлять дела незавершенными. Сурово, красавчик. Парень, из особняка этого страханного рэпера нам дела не делать. Знаешь, мир ведь больше этого района. Здесь начались наши жизни, здесь они скорее всего и закончатся. И не забудь, откуда ты выпал, мистер, весь из себя крутой. Слушай, так нечестно. Смотри, как крутой подчеркал все надписи на стене. Перечеркал. Оскорбил твой район. А ты висишь, как будто тебе... Вот это нечестно. Ладно, сделаем, как ты хочешь. Пошли. Си-Джей молодец, соглашается. Ну это он, брат, правильно делает. Чё он там хочет-то? Да, у меня есть план. Мы собираемся прокатить с Валерием Балазом и вернуть его Грув. Ладно, пора сидеть и сделать... Отсюда Айлуд. От Вайлуд Айлуд. Айдлвуд. Что за музыка-то, кабдец? Где наша музыка? Понятно. Будем сейчас воевать за райончик. Выключи этих придурков, чтобы начать войну присоединения нескольких членов банды Баласа. Попади им прямо им в хрен. Что он кидает? Это сумасшедший. Самоубийца на дороге! Вот они. Развязывай войну. А, и все, прям один раз переехали, они уже сдохли. Give me pain. Ну где там Баласы? Вон они, кажется, да? Это они да, же? Да, они. Ну, тогда где у нас снайперка? Он даже не понимает, стреляет друга, он идет что-то говорит. Отлично. Развязывай на группирование. Заодно денежку подсоберем. Все, сейчас они повалят. Тогда берем другое, наверное, оружие. Вот это. Будем их отстреливать. You must pass. Ты нам, главное, не мешай. Они вышли на пробежку. Туда-сюда бегают. Клоуны. А где Савчик? Савчик, как всегда, ничего не делает. Ты отразил первую волну. Он что-то бегает в панике. Ну, он всегда паникер. Трезвый человек всегда паникер. Так что вот так вот. Хорошо, еще бегут с двух сторон. Зашибись. Вот они. Кабздец, как эти. Не, не знаю, как бутылки. Как бутылки нахер. Вышли пострелять. Ты выдержал второй натиск. Зашибись. А где второй? А, те куда-то убежали. То есть третий? Ну, ждем еще один. Что они говорят, непонятно. Вот они бегут уже. Ой, молодцы. Смотри, сколько их. Один пупок. Какие-то они дураки, что ли? Вообще что-то непонятно. Не подбегают, что ли? Сын-даки-баки-бау. А, нет, вот бежит куда-то. Что-то долго умирало. Полазь! И сид, и все нахрен.
$7. Красавчик бесполезный, надо его было дома оставить. Ему обоис. Чего? Этот район твой. Все. Клёв, мы этим придумаем. Ага. Ты проведем еще один район. Еще один? О, броня, а у нас. Ох, как козлина, не сбил, чего. Блин, денег даже не было. А, есть, смотри. Ой, он как всегда богатый, кабдец. 4 косаря почти что. Ну давайте тогда найдем еще каких-нибудь баласов, да? Вот у нас уже появилась зелененькая территория. У нас, кстати, тут еще броня. А, броня исчезла. Ладно, вон там еще какая-то броня есть. И там, смотри. Будем тогда искать, где тут баласы могут быть. А где они могут быть? Что? Получается, вот эти, кто стоят, вот эти, видите, такие крутые парни. Богачи. Они, скорее всего, наркоторговцы. Мне что-то подсказывает. Потому что, когда мы в прошлой серии уничтожали наркоторговцев, они именно так и выглядели. Стояли вот так. О, да, вот, вот именно так и стояли. Может быть. Хорошо, вот здесь. Вот этот район надо зачистить. Смотри, какой квадратик. Почистим. Фиолетовый. Мы же уже все захватывали, что еще надо? Ой, базили, красавчик остался, отправиться за ним. Hey, over here, come on, keep up! Не успевает он за Карлом. Но мы все равно здесь пока побегаем, пока не найдем кого-нибудь. Карл к нему подбегает, он come back up. Ну что, я... В последнее время как-то радуют миссии, потому что... Ну, так, пострелять. Главное, побегать, пострелять то, что нам и надо. Мы любим бегать и стрелять. Come on, keep on, move it, keep on. Вообще ни одних балас. Вроде это территория баласов, да? Вот мы по ней ходим. Mm-hmm. Но ни одного баласа здесь нет. Но они спят, отсыпаются. Какая-то неудачная территория. О, кипо, мопо, со стволом бегаем, окопу похер. А, вот, смотри, появились. Так, хорошо, надо их сюда. Мы их сейчас сюда подманим снайперкой. Ой, сколько их, смотри. О, задвигались сразу. Ты развязал войну группировок. Все, теперь их надо выманивать. Мы туда к ним не пойдем, потому что они тоже нас смогут подстрелить, если что. Мы будем смотреть на карту, да, периодически так. Откуда они бегут. Yeah. И будем их так отстреливать. Что-то они вообще не стреляют. Потому что они еще бегут. Противник. Вот он, они бегут. Что с этим красавчиком? Что он там делает? Ну, что ты... А, мы стреляешь, стреляй. Ты отразил первую волну. Зашибись. Задания вообще какие-то легкие. Если знаете, где играть, спрятаться. Ну, выходи. Ну, стоит, руками размахивает. Ну, как обычно, что ты еще можешь... Глюк, глюк какой-то. Вот. Чего? Фу, фу, глупышки. Дурилы. А, это вот, вот их, это их выражение. Дурилы. Give me grip. Дай мне грип. Вот. Блин. Получил, так тебе и надо. Правильно. Сдолбал, бегаешь тут под ногами. Ты выдержу второй натиск. Угу. Все, и третий натиск уже к нам бежит сзади. Бежит. Ой, толпа. Да не вот они все. Стреляют и стреляют похер у них. Си-Джей, да. Он стоит, что-то говорит. Он им причитает, он им молитву читает. А-а, отправляйтесь, мирные ребята. Смотри, я... У нас получилось, Си-Джей, возвращаемся на Грув-стрит. Отлично. Give me them chips.
Дай мне дерьмо. Зачем оно тебе? Все. Отправляемся на Грув-стрит. Так вот он быстрее будет бежать. И этот товарищ тоже будет за нами бежать. Ни музыки, ни хера нету. О, дерьмо. Обдрисался кто-то. Ну, у нас еще осталась территория, да? А вот там у нас, кстати, у нас же этот желтый квадратик теперь опять на дом на наш показывает. Что стоишь? Волосач. Так что поехали. Куда нам надо, туда и поедем. У своего же отняли машину. Он поймет. Ну, он, кстати, не стал там Данос бить, ничего не стал делать. Понял, типа, свой товарищ. Там у нас это Деннис, да, видите, у нас цель стоит, потому что я пыталась наладить им там отношения, потому что с Деннис и еще какая-то там вторая вот эта... То, что нам нужно. Ты помог с ними игру встретить вместе, малас. Братья Джонсон их просто раскатали. Ладно, брат, мне надо попасть, устал как черт, поспать. Вот я отобрал этого одного из придурков, малас. Возможно, бабки надо на котика, это твоя половина. Что, денег что ли дал, кабец? Десятку, нихера себе. Нормально. Так вот, нам надо было у одной девушки какую-то карточку раздобыть. Которая вот там как раз таки в Лас-Вентуросе, что ли, там где-то находилась. Все нормально, у нас будет эта карточка, мы потом подъедем, заберем ее. Там ее только забрать осталось. Ничего там такого. Те же самые свидания, сводить куда-нибудь в ресторан, там что-нибудь такое, да. Покатать по городу. Ну, все самое примитивное, да. Потом синяя палка и все. Да, давайте прежде. Посмотрим, что у нас еще есть. Где? Такого. Так, у этого уже нет. Свит. Красавчик, свит-хо! А куда она бежала? Мы сейчас возьмем машинку и куда-нибудь... Вот, Си-Джей, видите, у нас Си-Джей. Цель у нас появилась. Мы сейчас попробуем выполнить эту вот миссию. Машин нет. А, вот машина. Подъехала. Сила руки, пшел вон. А, вдвоем пошли его. Блин, чувачок. Где она у нас? Блин, их территории до хера еще с моей фиолетовой. Где у нас эта цель-то? А, вот она. Угу. Ну, давайте попробуем. Надо доехать туда еще. И звездочку заработали. Все, поехали. Такой мышка заедает у нас периодически. У вас тоже такое было, когда мышка заедает? Наверное, Джефферсон. По-моему, это во всех GTA такое. Правда, я играла только в Vice City и вот в эту, в San Andreas. А другие не приходилось играть. К сожалению или к счастью, не знаю. И что такое? Смотрите, столбы опять лезут мне под колеса. Цель наша вот где-то там. Он поехал. Ну, значит, остались миссии еще в этом. В драконе вроде бы, да, там? Надо что-то помочь этому. В УЗИ. Ну, получается, зачистить район. Вот эта миссия с рэпером, с этим, с кексом. Что-то там за миссия. Делорен, перекресток Монхолланд. Мы сейчас как раз едем на эту миссию. Респект. Ой. Чё, нам мотоцикл? Давай, давай заберем. Спас...
Спасибо за мотоцикл. Да, да, вы совершенно правы. Смотрите, нам уже мотоциклы даже уступают. Такая слезла, рукой помахала, типа. Карл, я тебе мотоциклик привезла. Все, как ты захочешь, да. Перекрёсток Малхолланд. Вот так вот. Ой, не врезаться. Респект. И вот нам вот сюда. Дом. Что за дом тут? О, знакомый дом. Это кексик. Здесь кексик у нас живет. Хороший торт. Торт. Поехали. Сейчас тогда подсохрим. Кексу жрать торт. Давай, запрыгивай. Сложу отложил. Давно не качались, тяжеловато становится. Все. Сейчас посмотрим, что за миссия. Справимся, так справимся. Не справимся, так не справимся. Посмотрим, что там будет за миссия. Ну, мы должны же справиться. Обычно мы еще в последнее время по одной миссии выполняем, но сегодня вот лишить голоса. Студия звукозаписи. Эй, Кекс, как дела? Как сам, малышка, Лись? Держи, солнышко, ты сможешь ради меня, гребаный северянин. Нет, Маккер, сопротивляйся желанию. Ты подумай, скажем, о Тэтчер. Знаешь, пора мне вернуться на сцену. Я знаю, старина, то, что тебя... Что тебя удерживает? О, погоди, что это за видео? Я хочу посмотреть на этого придурка. Слушай, чувак, ты же теперь... Тебе нечем париться. Ох уж этот тупоголовый Лок. Лок? Он же ужасен. Ублюдок. Так и знал, что где-то я уже слушал рыб, который он толкал. Он спер мой тетрадь с текстерами. Это мои бабки, это мои девки. Это мой клип на сегодня он снимает. Ну ладно, пора нам выйти на сцену. Давай заедем туда без предупреждения. Да, мы же гангста. Поехали. Я люблю тебя, Мэгги, блин, у тебя с головой не все в порядке, парень. Ну что ты такое на нюга-то? Отвези бешеного кекса на съемки видеоклип. Ага, ну вот она машинка. А дом это его жены, мы отвоевали его, да? Мы его отвоевали, да. Посмотрим, может, сможем поехать съемку клип, получить какой-то гонорар. И мою читать с текстами. У тебя появился стил, малыш, все задатки открыл меньше же, Карл. Придержи этого. Вот скажи мне, какой такой позер хреном жулик, как этот жополист лег, может чего-то дать уже, а Сержей, шоу без меняется, мистер Кекс. Сейчас все зависит от того, как ты двигаешься и выдаешь себя. В наше время любой их ранимейш идет, может заключить договор, так что я должен делать? А ты, Кекс, выкладываешь душу. У тебя раскованный стиль. У тебя по венам четко настоящий гангстер. Договор заключить может любой. Но только реальный рэпер, как ты можешь из остальных. Сержей, ты жорж, ты прикорченный менеджер. Ой, жесть, растрещались, у меня глотка болит. Си-Джей этот, не Си... А, ну да, Си-Джей. Си-Джей, он его, видишь, поддержал, получается. Блин, мы к Локу едем, что ли, как есть? Да, помните, да, мы помогали сначала Локу, да? Тексты там отобрали у Кекса, а теперь мы, получается, наоборот делаем. Зачем это Карл делает, не могу понять. То одному помогает, то другому. Лок, пускай моет полы в пиццерии. Да. На ворованном далеко не уедешь, нахрен. У него еще такой гамбургер смешной на голове был одет. Шапочка такая у них там этот. Дресс-код. Можем мы здесь проехать или как там? Едь. Опа, вот так я хочу сюда. Ну, можно. А теперь мы сейчас сделаем экстремальный трюк. Ну, делай. Попробуем, да, над водой? А? Попробуем? Попробуем. Все. Кекс, как ты там? Нормально все? Нормально. Не тошнит? Мы тут прыгаем, аттракцион устроили. Перекресток Флинта. Ой, не, блин, не заметила. Блин, мы на встречку выехали. Я просто на карту засмотрелась. Тут надо... Как бы и на карту смотреть, и на дорогу, и на карту. Can you feel love? А как
нам объехать-то? Нам надо объехать как-то. А, так, все, поняла, вот здесь. Ой. Создали аварийную ситуацию на дороге и уехали. Так, давайте-ка пересядем, а? У нас уже машина подгорает. А можно пересечь, что ли? Вот на эту штуковину. Поехали. Зашибись. Ой, какая красивая песня. Не знаю. У него что, интервью берут? Вон, давай попортим. Вечеринку. Ты жулик хренов, стой. Чё, на? А ну, гони мою тетрадку с текстами. Гони мою тетрадь. А давай мои шмотки. Он сваливает. Быстрее текст нужно его поймать. Что? Он же лук сваливает, как на скипидаре. Не дай ему уйти. Ой, что это такое? Какие-то лодочки. Зашибись. Что это такое непонятное? Ну погнали. В общем, Кекс обнаружил, что он своровал, да, все? Ну конечно, да. Держись мне подальше. Сейчас мы тебе покажем, как держаться подальше. Мы сейчас тебя догоним. Ой! Ой-ой-ой. Я думал, что мы друзья. Не понимаю, Карл против Лока, что ли? Да. Охрень. Ты вчерашний нос понял? Воу. Я говорю... Ребята, Лока, хотят Лока. Мне не понять сейчас Карла, почему он это делает. Он же ему помогал. Карлуш, ты у нас что, двуличный, что ли, а? Лок, кучка воробьиного дерьма, понимаешь? Ну, ладно, мы потом разберемся по ходу дела, что там у нас... Сама побежала. Ой! Ой! Что-то меня уже мотает. В разные стороны. На воздушной подушке едем. Вообще, я не могу понять, как мы передвигаемся. Какая-то непонятная штуковина. Что это такое? Это этот, Кекс. Ага. Он тоже пытается там... Локовна! Да что ж это такое за фигня вообще, какая-то непонятная. Он же стуканет и все. Это же Карл украл текста. Ой, что происходит? Вон он там. О. Да ладно, опять гонять что ли? Ну смотрите, у нас сегодня погоня. Ну весело, конечно, да, так погонять. Главное сейчас не проиграть нам. Гони так. За уже Локом, да смотри, не потеряй его. Угу. Вспоминаем игру Мархухан. Да. Бешеный Кекс ни хрена не может. Мы ее когда-нибудь начнем, эту игру. Слышь, Кекс бешеный, ты просто дебильная пьяная задница. Что такое? Детишкам на тебя уже глубоко фиолетово. Пляж Санта-Мария. С вами все кончено с обоими. А кто такой Лок? Он брат, что ли, получает, или что? Не знаю. Паровоз разберется с вами, уроды. Ага, паровоз. Нам уже кто-то в комментариях поспойлерил, что вроде как паровоз. Что-то там не того в конце будет. Да. Ну, да, ребят, спасибо, конечно, что пишете, но лучше все в секрете оставляйте, потому что, ну, нам будет интереснее, наверное, самим как-то это все увидеть, там, типа, удивиться, какая-то реакция. Жесть, это GTA, мы уже больше, чем Морс серии скоро будет, Морутопия. Mm-hmm. Самая длинная игра будет на канале. Что ж ты так петляешь-то, а? Ну, хорошо ездит. Хорошо ездит, да, компьютер хорошо ездит. Что с ним делать-то, ё-моё? Фер! А я езжу так. Под названием «Я очень люблю столбы». Вот так я езжу.
О, смотри. А меня машина бы сбила, меня бы она притормозила, машина. Да. А он, смотри, как... Как кегли. Мы обязательно в Мархухан еще поиграем, так что... Если вы знаете эту игру, то... Она прикольная, очень веселая. Тоже там надо на таких машинках ездить. О, смотри, смотри, что делает, да? Он проехал, а меня закружило. А ему пофигу вообще. Поехал дальше. Нечестно, нечестно. Этот... Кексина вообще там отстал. Ну, вообще отстал, да. Ну ладно, нам главное его не упустить. Вот задолбал, мудак, а. Угнал все-таки. Ты жулик. Ты ничего не можешь доказать, чувак. Слушай, Джеффри, ты ублюдок, настоящий сучонок. Ты кинул меня и моего брата. Люди, ну я же артист, ну мы же все делаем шик. Я же не так, алкалав. Ты не артист, ты халявщик, ты подделка. Чувак, с тебя задать тебе денег на запись следующего альбома. Вон он, гонора, забирай, это еще не все. Сучий отрод, да я из твоей задницы все дерьмо вытрешу. Да я тебе пать порву. Да ты жулик, хе-хе. Мистер Бешеный Кекс и Джимми Сильвермен, Бластина, Булсом. Так, спокойно, я его менеджер. Если хотите поговорить, говорите со мной. Ну ладно, рад познакомиться с джентльменом. Давай поговорим, окей, мне нужны хиты. Если я говорю хиты, я имею в виду хиты. Теперь, что касается этого парня, этого жулика. У меня огромное желание подать в следующем году иск на его задницу. Да блин, отцепись от меня. Эй, Лок, притащи-ка нам чего-нибудь пожевать. Сейчас получишь. Прости, гангстер, но даже и не думай. Чувак, боец, что это такое? Как? Эй, пусть не толкается, не пихай меня. Не понимаю, в чем тут фишка-то? Карл же помогал ему. Кого-то он, в общем, предал. Давайте тогда, ребят, здесь закончим. Я уже не буду на сохранение, то есть до сохранения идти не буду. Так что мы здесь, наверное, и закончим. Все, тогда здесь мы закончим. Подписка на канал, вступайте в рубрику, контакты, комментируйте, ставьте лайк. Всем удачи, пока, смотрите. Пока.